Хочу знатоков спросить. Вот машина Volkswagen Transporter Т5 2008 года выпуска, и что-то стучит. Вот. Стучит где-то там сзади. Вот. Но стучит это тогда, когда машина еще пока не прогретая, холодная, когда потеплеет, машина потеплеет, да, двигатель, то тогда этот стук прекращается. Мне в сервисе сказали, что ничего страшного, есть такое, это из-за, старины, машина старая уже, можно сказать, 2008 года. Вот, а что именно, кто подскажет, кто знает, я был бы очень благодарен. Все, всем пока, жду всех в комментариях.